Сажали здесь кустики. Она 40 лет назад посадила здесь каштаны, а он собрался озеленить весь Саратов. Место встречи пенсионерки и главы города – сквер на улице Рахова. Они оба приложили руки к его благоустройству. Плоды этой работы уже оценили местные жители. Хожу чуть не до конца и обратно. Все держу, все же держится. Теперь прогулки пенсионеров стали дольше, а детей веселее. Для первых установили специальный поручень, для вторых – игровую площадку. Сейчас работы по благоустройству в сквере подходят к концу. На улице Рахова под присмотром главы города вот моют поручни для людей с ограниченными возможностями. Параллельно идет окраска ограды. Этим занимаются школьники. И вот уже вырыли лунки для того, чтобы посадить сюда саженцы. Это будут каштаны. Результат налицо. Работа кипит и в сквере у Дворца культуры «Рубин». Задача была у нас у городской власти поставлена всем подразделениям, которые отвечают за проведение санитарной очистки города, привести город и, соответственно, все скверы города до 1 мая. Поэтому мы сегодня два сквера поехали, посмотрели. В принципе, неплохо получается. Я думаю, что все-таки до 1 числа город мы привезем в порядок. Накануне майских праздников субботники в городе идут ежедневно. В генеральной уборке города принимали участие все – и специальные службы, и простые жители. Деревья мы уже били, многие уже прокрасили дороги. Приведем основные направления в полный порядок. И к 9 мая будем наводить порядок уже на второстепенных улицах. Городские власти стараются навести не только порядок, но и красоту. Рядом с Рубином установят фонтан. Заработает он уже летом. И бросить мусор в таком сквере уже ни у кого рука не поднимется. Надежда Новикова, Олег Буланов, новости, Телеобъектив.